Thank you.
Thank you.
Значит, 4 участка. Мне время решения дали.
сначала отлучные комиссии приняли решение. Теперь, значит, мое мнение, 471, 56 школа. Надо прокуратуру, можно потянуться, а есть беспредел. 471, 56. Потому что они по очереди всех удаляют. Члены комиссии имеют право удалять. Давайте ваши Я член обобщения комиссии. Вы имеете право удалять. Если вы сейчас не подчинитесь, мы составим на вас протокол за неповиновение сотруднику полиции. Ну подождите, я сейчас позвоню вашему начальнику. Подождите, я позвоню тогда за него. Снимайте право, оперативное решение, не интервизал. Вы кофе решение получите, пожалуйста. Он вообще не даст провести выборы. Выйдите, пожалуйста. Конечно, вы надо. Выйдите, пожалуйста. Это вам. Каждое утро никогда не выбираем. Подождите. Подождите. У вас достаточно времени позвонить. Мне только дали протокол. Подождите. Не надо, он до этого 100 раз звонил. Выводите его. Чего вы смотрите? Подождите. Выводите. Подождите, что ли? Выйдите, пожалуйста. Копию протокола вручите женщине. Вручили? Она его не сбила. Ну это ее право, сейчас при всех вручаем. Не берет. Копию протокола. Получите, пожалуйста. Получите копию протокола. Я незаконные документы не могу получать. Отказывайся, давай. Вы на основании документов потом обжалуете. Так, вы, если сейчас не подчиняете закон первого сотрудника полиции, мы вас не нужно привлечь к праву ответственности. За неправильность. Там приехала следственная оперативная группа. Выйдите, потом обжалуйте. Пожалуйста, не имеет права дать. Вы выйдите в себя. Зачем? Спектакль, да. Действительно, время отнимайте. Выйдите, пожалуйста. Не поновение, не лезьте. Зачем вам, да, действительно? Ты доставь, как он спросит. Доставь, конечно. Все, пожалуйста, вот вам копия, потом можете обжаловать. Вот. Не, возьмите. Не надо ничего брать. Она ничего не нарушала. Так, вы будете брать копию? Напишите, что она отказалась. От копии отказалась она. Да, напишите, чтобы все написали. Нет, нет. Так, 1115.
подойти и погасить бюллетени обрезанием нижнего правого угла. Пожалуйста, не туда. А мы нужны, давайте мы будем Thank you.
На момент окончания голосования.
это все самое. А у нас было 2223, у нас это начало было. А потом у нас течение, так в течение всего постоянно звонили 20 там в его стороне. Кто-то фамилию. Сейчас они вот так работают, и мы будем смотреть его. Надо все листы сложить. Все листы сложить и написать, чтобы нам прийти в цифры, сколько у нас всего в списке теперь людей. Количество избирателей внесенных в список на конец голосования. То есть вы вносите всех, у вас там в скобочках написано. Без учета выбывших там, кого вы чертили, секретарь, как бы нам посознался. Thank you.
Досрочно, но нет.
Сейчас.
Ирина Николаевна, почему вы не пускаете наших наблюдателей? Потому что они не хотели. Это сначала председатель с той комнаты, с той комиссии. Это протокол, а нам дальше предложение. Это она сначала. Они же вообще да. Быстрее, быстрее, давайте, я ушла, а все все бросили. Сейчас! Thank you.
Thank you.
считали, открепите. Вот читай, поправляй. Посмотри. Thank you.
Thank you.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь считал и прибавлял вот этих вот мне помещения? Куда? Вот к этим цифрам, которые вот сейчас считаем. Вторую строчку, которую вы ведете, нужно считать только те бюллетени, которые выдали в помещении. Вот здесь. Вне помещения, сюда не приплюсовываются. Так, которые непосредственно здесь и сейчас. Да, да, сегодня. Потому что по цифре у вас получается, что у вас и там клетишься. Давайте книгу меняйте. Давайте меняйте книгу. Заявление это все нормально, вы отметить должны были 54. Thank you.
поругались, а там было правда. Нет, у вас нет.
Thank you.
Ну давайте считать нормально. Вот по количеству выданных бюллетеней как раз то, что надо. Мы вам выдали столько, сколько нужно. А вы нам выдаете цифру больше. Считайте как следует. Да? Вы считаете что-то не то. Да, вот вы расписались за 1035. Должно 1035. А вы даете меньше. Вы сдать сдали все нормально. Книзу, а в книгах у вас не то получается. Вы считаете... По всей вероятности, вот она как по ведомству. Я даже могу сейчас тогда высчитать каждый, сколько у меня взял. Правильно. Вот вы считаете теперь по книгам, у кого я ему сейчас вам найду на Thank you.
Thank you.
Я работаю, я
Они его наизусть знали. Выгодно, 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 выг
должно выйти так, как надо. И не можем ничего понять, как он книжку проверяет. А я там соседи, а здесь 18 написано. Чё? Это вы чё? У меня написали все ошибки. Мы рады. Честное слово, я вам говорю. Хорошо играете. Расписывайтесь, проверяйте книгу свою. Все.
Thank you.
Девочки, я вам помогать надо, нет? Не надо, это хорошо. Как закончим? Помогать, наверное. Мы сами себе начнем. Потому что...